Джованни Беллини, итальянский художник, который в своей работе отражал растущий интерес венецианской художественной среды к стилистическим нововведениям и проблемам эпохи Возрождения. Он был одним из самых влиятельных венецианских художников. Всю свою жизнь он жил и работал в Венеции. Его карьера длилась долгих 65 лет. Больше всего он известен своим новаторским изображением естественного света, который можно увидеть, например, на картине «Агония в саду», а также нежными и изящными изображениями девы и оформлением алтарей. Семья Беллини – это знаменитая семья итальянских мастеров, выдающихся художников и известных живописцев, основоположников искусства Возрождения Венеции. Джованни Беллини, второй сын Якопо Беллини, крупнейший художник венецианской школы, заложивший основы искусства высокого Возрождения Венеции. Драматически острые и холодные по цвету ранние работы Джованни Беллини к концу 1470-х годов под воздействием живописи Пьеро делла Франческо и Антонелло де Мессина сменяются гармонически ясными картинами, в которых величавым человеческим образом созвучен одухотворенный пейзаж. Произведения венецианского живописца, в том числе его многочисленные «Мадонны», отличаются мягкой гармонией звучных, словно пронизанных солнцем насыщенных цветов и тонкостью светотеневых градаций, спокойной торжественностью, лирической, созерцательностью и ясной поэтичностью образов. Thank you.
О семье Беллини известно немного. Его отец, художник Якопо, был учеником Чентили да Фабриано, одного из ведущих художников начала 15 века, и, возможно, последовал за ним во Флоренцию. В любом случае, Якопо передал принципы флорентийского возрождения одному из своих сыновей. Кроме сыновей Джентили и Джованни, у него была дочь Николоса, которая в 1453 году вышла замуж за художника Андреа Монтенья. Оба сына, вероятно, работали помощниками в мастерской своего отца. Брат Джованни Джентили был выбран правительством для работы над великими историческими сценами в зале Большого Совета в Венеции, но в 1479 году, когда его отправили в командировку в Константинополь, Джованни занял его место. С этого времени и по 1480 год большая часть времени и энергии Джованни была посвящена выполнению его обязанностей хранителя картин в зале, а также написанию 6 или 7 новых картин. Считается, что это были его величайшие работы, но они были утеряны, когда огромный зал был уничтожен огнем в 1577 году. Современные студенты, изучая его творчество, могут получить приблизительное представление об утерянных картинах. Глядя на мученичество святого Марка, Скуоло де Сан-Марко в Венеции. Карьера Джованни Беллини как творческая, так и на личном фронте была безмятежной и процветающей. Он жил и наблюдал за тем, как его школа живописи достигла известности и признания. Он видел, как его влияние распространялось благодаря множеству учеников, двое из которых превзошли своего наставника в мировой славе – Джорджони, которого он пережил на 6 лет, и Тициано.